Эксперты называют своевременной инициативу по созданию отдельных профильных министерств в сфере транспорта и водного хозяйства. По их мнению, эти два ведомства будут способствовать быстрому и качественному решению насущных проблем. Проблему, конечно, можно решить путем внедрения инновационных технологий, путем цифровизации каналов. Будет создан ВУЗ, именно который будет заниматься водными кадрами. Создание Министерства транспорта. Если до этого как бы все этим вопросом задавались, но оставляли на потом, но сейчас этот вопрос стал очень острым. Все страны ищут новые транзитные пути, поэтому Казахстану в этом случае нужно не только отвечать вызовам, но и стать транспортным центром всей Евразии.